Всем привет! Сегодня я представляю новинку в линейке дозирующих комплексов – дозирующий комплекс ДКП-5. Это самый доступный вариант дозирующего комплекса среди всех представленных нами моделей. Данный комплекс может применяться как при изготовлении бетона, так и в работе вибропрессующих установок. Представляет собой два бункера, установленных на специальной раме, по 2,5 куба каждый. Весовой конвейер с приводным барабаном, подвешенный под бункерами и установленный на 4 высокоточных тензодатчиках общей грузоподъемностью 8 тонн. Максимальная доза единовременной дозации на весовом конвейере составляет 800 кг. Для установки дозирующего комплекса ДКП-5 не требуется изготовление специального фундамента. Комплекс устанавливается на ровную плотную площадку. ДКП-5 имеет минимальные габариты для установки. Длина его составляет 5,3 метра, ширина 1,7. Инертные подаются в бункеры с помощью грузоподъемных механизмов. Высота погрузки минимальна, всего 2,1 метра. Здесь подойдет самый простой фронтальный мини-погрузчик. Вся работа осуществляется с помощью пульта управления. Все зависит от выбранной комплектации. Возможна поставка с автоматическим пультом. Также на нашем сайте представлены и другие позиции дозирующих комплексов. Наши специалисты всегда готовы предоставить всю актуальную информацию по любому виду оборудования ЗЗБО. Заходи на наш сайт, подписывайся на нас в соцсетях, чтобы первым узнать обо всех новинках. Всем пока!